Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон OnePlus Nord N30. И сейчас я вам покажу, как сбросить наш телефон до заводских настроек. Итак, открываем настройки. Опускаемся в самый низ, переходим в раздел «Дополнительные настройки». Опять же, в самый низ, нажимаем «Создать резервную копию» и «Перезагрузить». Выбираем «Сбросить настройки телефона» и нажимаем «Удалить все данные». Подтверждаем паролем. Нажимаем «Удалить данные». И ждем, пока устройство перезагрузится. Как вы видите, мы успешно сбросили настройки нашего телефона. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!